Итак, дорогие дамы и друзья, переходим к работе с шейно-воротниковой зоной, сет номер 2. Вот у нас вернулись руки в исходное положение, вот сюда, да? Теперь обоими руками, как говорится, обоими или обеими? А, какая разница. Вот этой мембраной пальца, перепонкой, да, большого пальца. Вот мы до этого делали вот такое трение, да, теперь вот так вот быстро. Быстрое энергичное движение. Стараясь поднимать при этом трапециевидную мышцу выше, как бы ее подкидываем так вот. Раз, дошли до финала трапециевидной мышцы, да, где она закончилась. Переместили ногу на другой вес, в смысле вес тела на другую ногу. И подхватывая мышцу, мы ее немножко отпринимаем. Так, раз, два, три, продвигаясь по ней дальше. Прямо начинает с шеи мышцы. Вот. Раз. Отрываем мясо от костей. Можно ужесточить эту формулу. Можно лапы леопарда продавливать. Можно сделать помягче, если вам нужно, всей ладонью. Вот так вот мы ее отодвигаем, отжимаем от тела. Перенесли корпус, вес тела на другую ногу. И работаем с этой стороны. Вот один прием, да, второй прием. Пожестче чуть-чуть. Третий прием это всей ладонью. Вернулись обратно. И теперь до этого мы делали, помните, крылья ангела вот так вот вокруг ключицы, ости лопатки, да, вот мы обходили и всю лопатку захватывали. То есть теперь мы лопатку не захватываем, а только вокруг ости лопатки, вот сейчас движение, завершим здесь. Для этого лапу леопарда. Делаем, разворачиваем к себе и отодвигаем от костей мышцу плеча. Видите, как будто мы рисуем эполеты. Прием называется эполеты. Вот, нарисовали и вернулись обратно, накатывая и растягивая, как тесто, вот эту трапециевидную мышцу вместе с холкой. Вернулись, и техника сейчас пойдет гораздо жестче. Но перед жесткостью я предлагаю все-таки вот этот пыл, жар, который мы сюда вот нагнетали, да, немножко его разбавить. Для этого мы остаемся в такой позе наездника, да, зажимаем мышцу трапециевидную между двумя пальцами, вот здесь вот, вот так вот, да, и задаем вибрацию по очереди. Для этого обратите внимание, чтобы вибрация была жестче, я стараюсь свое предплечье держать параллельно с телом человека. И вибрирую практически вот плечом. То есть не вот так вот кистью, да, а всем плечом. От этого, во-первых, не устают пальцы и кисти ваши, да, это для этого делается. А во-вторых, вибрация идет жестче по костям. Встряхнули. И поставили кулачки вот так вот, в трапецию. Соответственно, здесь мы также желательно оставляем предплечье параллельно от тела, да? И пытаемся внедриться прямо в самый центр ее тела, в самую гущу массы. Достаточно это болезненно бывает, но я поэтому легко сейчас делаю. Иногда в некоторых случаях аж, ну, бывают забитые люди, вот особенно там в фитнесе такие, да? Аж отхожу назад, чтобы упереться вообще всем телом, вот так вот прямо туда. Внутрь вот так вот очень сильно натягиваю на себя шею, да, и вот покажу поближе сверху, чтобы было видно. То есть вот сначала туда, потом шею на себя, череп отодвигаю и костяшками пальцев вот эти мышцы раздвигаю перпендикулярно оси позвоночника. Раз, и трапецию еще раз подняли. Подняли и перевели кулачки наши в лапу леопарда. Раз, сразу же. Хоп. И теперь трапецию проходим по очереди. Каждый пальчик, видите, как вместе с шеей и обратно. Как вот шестереночки ходят, видите? Превратили в шестеренки. Вот у нас получается несколько проходов. Раз, два, три, четыре сюда. И раз, два, три, четыре в обратную сторону. Далее натянули шею опять на себя, лапу леопарда.
Прямо, видите, моя поза какая? Я аж назад. Всем корпусом тяну. Работаем корпусом. И после этого поставили, вот у нас пальчики легли как бы вокруг основания черепа, да? Переставили их на мякоть пальцев, на кончики, да? И они автоматически попадают на акупунктурные точки. И как раз на сердцевидный отростки, где они примыкают к черепу. Для этого техника шиатсу мы по очереди, ну я специально буду поднимать пальцы, чтобы вы видели, снимать тоже вот оттуда. Вот отсюда будет видно. То есть техника шиатсу у нас какая? Это вот мы в точку внедрились, ввинтились и вывинтились. Ввинтились и вывинтились. Для этого мы будем вот пальцы наложили, да? Сначала мизинцами ввинтились и вывинтились. Безымянными пальцами, средними пальцами, указательными пальцами. И остается одна точка как раз под шишечкой такой черепа, куда входит наш позвоночник, там ямка такая есть. Отодвигаем максимально на себя. Тут вообще любым пальцем можно, хоть большим, хоть указательным, каким удобнее. Отодвигаем на себя череп и запускаем вибрацию такую резкую и частую. Некоторым людям это очень нравится, даже говорят, о, я протрезвел. Или там аж мозги заработали. Реально, да, от этого вот кровообращения мозг значительно увеличивается. И также вот в обратную сторону прошли. То есть как мы? Раз, два, три, четыре прошли. Пять, да? И обратно. Раз, два, три, четыре. Зафиксировали. Вот, дальше мы перейдем к следующему сету, который будет номероваться у нас. Number three. Смотрите наши ролики почаще и подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки.